Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы продолжаем информировать вас о ходе строительства экотехнопарка SkyWay. В последнее время мы в основном делали это с помощью фоторепортажей. Сейчас же, я думаю, все будете рады увидеть очередной видеосюжет. В данный момент вы видите, что идет сооружение пристройки противовеса к первой анкерной опоры высокоскоростной линии, в которой будет располагаться, напомним, диспетчерская станция, тяговая подстанция высокоскоростной линии, а также лестница, соединяющая между собой все этажи. Короче, это коммуникационный модуль. Как вам уже, я надеюсь, видно, вовсю идет работа над сооружением третьей линии в экотехнопарке SkyWay, и эта линия будет грузовой. Мы находимся возле котлована одной из двух анкерных опор, который будет располагаться по краям прямого участка. А здесь же будет своеобразная петля, где будет располагаться с одной стороны погрузочно-разгрузочный, а с другой стороны разгрузочно-погрузочный узел. Здесь будет продемонстрировано, как работает система, уникальная система SkyWay, которая позволяет осуществлять скоростную в движении разгрузку и погрузку подвижного состава. Вы все уже многократно наслышаны о том, каким уникальным сооружением является транспортно-логистический узел SkyWay, совмещенный с первой концевой анкерной опорой. Вторая опора не менее уникальна, смею вас заверить. Посмотрите, пожалуйста, вот это огромное отверстие, похоже на большой иллюминатор. На самом деле нужно не для красоты, а для аэродинамики. А вот маленькие отверстия как раз-таки будут выполнять эстетическую функцию, ибо через них будут выходить наружу лианы, которые поселятся в том грунте, который засыпан во вторую анкерную опору, который также выполняет технические функции, то есть он заменяет бетон. А также экономически, он экономит ваши средства. В данный момент ведутся работы, как вы видите, по монтажу опалубки перекрытия второго уровня на высоте 9 метров 20 сантиметров. Также за мной вот это закладной элемент, монтаж которому, подготовка к монтажу которого также проводится в данный момент. А также идет подготовка к армированию, то есть уже на земле нарезается арматура нужной длины. И вскоре все это будет смонтировано на втором уровне, и уже через несколько дней после необходимого авторского надзора и технадзора будет проведено бетонирование второго уровня второй анкерной опоры. Короче говоря, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsw-systems.com. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Поддерживайте наш проект. Не стройте глазки. Строй SkyWay. Спасай планету.